Первостепенная задача, стоящая перед новым руководством администрации города Квайсы – обеспечение питьевой водой все Кударское ущелье. По словам нового главы города Алана Хугаева, еще в 2019 году была проведена модернизация головного сооружения водовода «Везур Квайса». Но желаемого результата это строительство не принесло. Первоочередная задача сейчас – это обеспечить качественной питьевой водой без перебоев в населении города Квайса и прилегающих сел. Для этого есть уже какие-то решения и руководства республики, чтобы в дальнейшем либо поставить очистные сооружения по этому водоводу, либо провести новый водовод с другого источника. Эти вопросы сейчас будут уже решаться в дальнейшем. Вот это первоочередная задача, это питьевая вода, потому что вот сейчас уже начался сезон паводков, начались опять перебои с водоснабжением, и будем работать над решением этой острой проблемы для Кударского ущелья. Также, по словам Алана Хугаева, в этом году будут выделены субсидии для того, чтобы навести порядок перед многоквартирными домами. В этом году наше управление жилищного коммунального хозяйства уже приступит, значит, к проведению работ по замене входных дверей в подъездах многоквартирных домов и по благоустройству придомовых территорий. Сюда входит также уборка территорий придомовых, вывоз старых построек, незаконных построек и также облагораживание входов в подъезды. Скажем так. Кроме того, субсидии будут направлены на замену всех инженерных сетей. Что касается сетей водоснабжения, канализации, здесь также будут проведены работы именно по реконструкции придворовых сетей канализации и водоснабжения. Эта работа проводилась и до этого момента, только сейчас эта работа уже станет системной, то есть каждый год мы будем проводить такие работы. Это хочу отметить, что это со времен Советского Союза вот такие работы будут проводиться сейчас, потому что мы все знаем, что наши подъезды, наши многоквартирные дома сейчас находятся в удручающем состоянии, поэтому я думаю, что эта работа даст какие-то результаты. В этом году запланировано повышение заработной платы работникам ЖКХ города Квайса. Для госслужащих подняли заработные платы, для медперсонала, для учителей. И как-то работники ЖКХ остались в стороне, как бы. Поэтому за счет вот этих субсидий, которые я озвучил, в том числе за счет этих субсидий, планируется увеличение заработных плат работникам ЖКХ. Я думаю, что с середины этого года мы уже начнем выплачивать повышенную заработную плату. В рамках инвестиционной программы на 2023 год запланировано строительство одного многоквартирного дома в центре города Квайса. Также капитально будут отстроены 7 переулков, соединяющие центральные улицы города. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что улицы города полностью заасфальтированы. Будет решаться и проблема с рейсовым автобусом. По желанию жителей идет работа для открытия дополнительного рейса. Также на повестке дня вопрос по приобретению газовоза для Кударского ущелья. Это во многом облегчит жизнь жителей ущелья. К решению этих вопросов новое руководство города уже приступило. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.